Довольны? Пенчи хорошие дают, сытым и... Не жизнь, так сказать, а малина. Но... Но советскую власть жалели, жалеем и будем жалеть. Ну, я порядок уважаю. При советской власти пожил. Почему отменили смертную казнь меня? Меня вот это мучает. У тебя паранойя. Так зачем его пожизненно кормить, если он убил человека? Убил, убей его. Если меня не расстреливать, у меня переговоры с природой. Я люблю Путина, он умнее всех президентов. Да, она явно безумна. Он такой умница, правда, ну на самом деле. Угу. Сволочь, скотина. Не президент, а золото, он так умно говорит все. Умничка. Золотой работник. Да. Он прежде чем, наверное, сказать, обдумая, как бы не скорбить, как бы не обидеть. Вот вы замечаете? Серьезно? А мы не заметили. Он очень умно выступает. Не Байден дурак. Обидно, в Донбассе жили русские, все обижали их, бомбили, громили их, правда, ну... Зато вам промыли миски. Так что вы к ним присосались? Пускай живут, идут в Россию, живут в России. Идите в дупу. Насильно мил не будешь, правда, вот так-то разобраться. А я как же в Санчо панцирь зныться? Ведь украинцы были, афичане были добрые, это тоже были хорошие. Ну, их перевоспитала эта проклятая Америка проклятая. Где находится Америка, она имела самое смутное представление. Может быть, надо было как-то иначе договариваться. Ну, с ним не договорись, с хохлом не договорись. У нас старая, у нас склероз. Хохлы они хорошие, они люди простые. А бандеровцы, они при немцах русских убивали, эти бандеровцы, и теперь так. Сволоши. Селюки, дивитесь противно. Не знаю, как сказать, но только одно единственное. Стоит ли война и стоит ли эта площадь столько жертв? Но встав на колени для молитвы, трудно снова подняться и думать. Суть войны не в том, есть территориальная целостность государства. Да, царство террора. И с этим никуда не поспоришь. Вы всем жизнь испортили. А ты терпила. Веками приобретала Россия вот эти территории. Стратегически важные. Так они все воры. И место им не в почетных гробницах, а в тюрьме. Огромные же деньги вот потратили на эту войну. И может, стоило их просто на людей пустить? Ну, что скажешь? При чем тут люди? При чем тут деньги? Это два понятия разные совершенно. Да он на нас на всех наплевал! Некоторые не знают, может. В Советском Союзе вот таких ящиках хранили мясо, рыбу. Я уверен, они цивилизованные люди или нет? Вот в таком ящике тоже прямо в окно сделали. Такие, да? Прямо в окошко вот это, холодильник. Пиво в холодильнике. К Новому году. Вот видите, люди как живут здесь. Вот. Черт побери. Действительно. Живут же люди. Люди, видите, даже не теряют надежды, оптимизма. Все украсили здесь свой подъезд. Вот так. Я давно говорил, попугаи у нас не приживутся.